Друзья, хочу представить вам душевного стримера с канала Guy from Donetsk. На его канале вы найдете многочасовые стримы по Mobile Legends, прохождение хоррор-игр и приятного в общении стримера. Знакомьтесь, подписывайтесь, ссылка в описании. Мур, привет, друзья, с вами Зверько, и это новостной выпуск, обновление 1.3.46. Поехали! На тестовый сервер добавили Гвиневру, обзор в отдельном ролике. Также разработчики меняют навыки Урануса, тоже выйдет отдельным видео. Вейл и его начальный скин добавят игру 29 января. К изменениям героев. Хуфра, пассивка, увеличено восстановление ХП до 8%, было 6%. Увеличено базовое ХП до 2859, а было 2709. Немного уменьшили затраты маны. Это небольшой ап выживаемости Хуфры. Фармис. Первый навык. Немного увеличили скорость перемещения. Теперь дает плюс 70%. Второй навык. Уменьшили КД навыка. Пассивка. Каждая душа сокращает время вашего воскрешения на 3%, а было 2%. Харит. Второй навык. Эффект замедления теперь накладывается на 1 секунду, а было 1,5. Ульта. Эффект обездвиживания действует теперь 1 секунду, ранее 1,2. Харита чуть-чуть выравнивают, но вот изменения в 0,2 секунды почувствуют только киберкотлеты. Леоморт. Наш бедный Леоморт. Ульта. Опять режут защиту, на сей раз и физическую, и магическую. Ульта будет давать бонусом 40, 50 и 60, отдавала 40, 55, 70. Первый навык в ульте. Бонус физического урона теперь будет 100% вместо 120. Жалко Леоморду, похоже, загнобят его в край. Кимми. Второй навык. Увеличили перезарядку аж на 2 и более секунды. Нажатие на первый навык меняет патроны. Что это значит, проверить не могу, поскольку на тестовом не куплено Кимми. Джонсон. Ульта. Исправлен баг, связанный с мимолетным временем. Баданг. Оптимизация иконок навыков. Как я люблю такие изменения. Заск. Исправлен баг неверного урона по башням порождением. Другие изменения. Добавили новый предмет для режима боя. Он объединяет в себе злобный рык и смертельный клинок. Добавлен режим эволюции. О нем будет отдельное видео. На этом все, друзья мои. Оставайтесь в курсе событий, подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!